Ну все, приступаем. Все это нам обошлось в 30 долларов. Да это вот как, не понимаете. Прям до года призу есть. Бургер с грибочками. Правда, деталей немного побольше. Что вы все жрете и жрете, да? Да, у меня сегодня ризотто, морепродукты моря, на хот-дог, а у Стаса, как обычно, теперь он только будет эту еду есть. А, бургер с грибочками. Немного переварен рис, но очень такой соус вкусный. Ребят, вот мы столкнулись с первой проблемой. А вернее, не с первой, а я не знаю, уже 15-й с нашей школы. Принесла Ариана свой дневник. Вот так он выглядит у нее с эмблемой школы. Ну ладно, на французском я еще сейчас как-нибудь переведу, но вот это вот как не понимать. И тут постоянно у нас учительница по-арабскому, она не сдается, она постоянно мне пишет записки какие-то по-арабскому. Что делать? Когда уже наша няня придет, чтобы она сама с этим всем разбиралась. Всем привет. Так, как мы в прошлом видео заказывали мебель, ждем мебель, а пока мы ждем мебель, делаем ремонт в комнате, перекрашиваем, будем перекрашивать в очередной раз стены. Красили стены мы весной. Прошло полгода, стены выглядят вот так. Это мы все будем закрашивать, это все стирать. В общем, завтра должны нам привезти кровать. Наша задача на сегодняшний день убрать все в комнате, покрасить стены. Завтра будем ждать кровать, собирать кровать. Потом приедет стол, полка. В общем, здесь мы поменяем кровать, шкаф, поставим письменный стол для уроков, заменим люстру, заменим шторы и покрасим стены. Будет у нас тут в доте такая своя комната, личное пространство. В общем, занимаемся. Держим вас в курсе. Да, сейчас разбираю кровать, все выношу тут, подметаю. You remember when we were out last week? I met this girl. Yeah. What about it? Well, за то, что осталась кровать, вот еще одна кровати один, все одно. Вот, Стас собирает сюда. Эти матрасы мы оставим для кровати. Так, ну что, мы приступаем к покраске наших стен. Да. Я так посмотрел и подумал, что потолок мы, наверное, тоже покрасим, потому что тут какие-то затемненные даты. Валим вот примостырим на такую кочергу. Думаю, болтами этими саморезами закрутили. Помощник у меня есть. Помогает размешивать краску. Ты помощник? Вы уже на... А, это белый вы пока будете только делать. В общем, для ремонта что у нас понадобится? Краска, валик, такая кисточка для труднодоступных мест. Цвет для стен. Тряпка, что-то подвытереть. И наждачка для подготовки стен. И немножко. Ну, собственно, мешать. Давай, покажи, как ты мешать. Помогаешь папе? Школьник пришел. Ну все, приступаем. Давай. Of course you'll be loose, yeah. If you act like a douche, of
Потолок готов. Переходим к стенам. Вот, ребят, приехали мы домой, такая красивая комната. Ну, блин, что вот это вот все. И теперь мне это все вымывать. Вот это как прикольно стало сделать. Наш хозяин еще не знает, что он это тоже покрасил. Так, это приехала на мужике, утюлка, что тут еще, постельная рядом, плед, что-то такое, наверное, посуда, вот это все. Вот проверяем весь наш запас. А, вот еще тарелка. Да, вроде все. В общем, заказали мы IKEA, должны были они приехать к нам в субботу. Сейчас понедельник, они вот только приехали, привезли нам все. Вот, а еще сегодня будет Китея, вот это марокканская, они парту привезут. Ребят, мы, кстати, искали вот такую вот, вот такую метелку вместе с совком длинную. И нигде не могли найти, вот только в IKEA. И вот такая коротышка. Получилось у нас. Вот это вот кровать будем собирать сегодня. Вот Арианы на постельное белье, пледик. Вот еще тарелочки глубокие. Чашечки вот такие вот. И вот такая большая посудина. Что тут у нас еще? Вот это вот еще полочка будет в салон. И кровать. Мы еще когда все. Полочку сейчас по-быстрому соберем. Давай, мы когда все это соберем, покажем вам еще раз. Ну что, пришли мы кушать. Кровать не собрали. Так, у меня вок с рыбой, варяной, гамбургер. Стас. С морепродуктами, макароны. Все, приятного аппетита всем. А у меня. И тебе тоже приятного аппетита. А. У тебя гамбургер, я сказала. Все, мы такие голодные, кушаем. У меня сейчас здесь такой огонь выходит. Я не могу это есть, оно очень острое. Должны же предупреждать официанта, что очень острое. Я прям вообще не могу. Не знаю, вы любите острое? Пишите в комментариях. Я нет. Вот Ариана оседлала. Ку-ку! Такое кафе красивое. Прямо возле нашего дома. Все? Ариана! Все, приехали мы домой. И начинается сборка кровати. Вот мы с Арианой. Ариан, покажи стул, который мы с тобой собрали. Это мы стул с Арианой собрали. Стол к нам приехали, уже собрали, а вот Стас собирает кровать. Такая гора болтов, всяких штук. Ну все, а тут как конструктор Лего, тут же все понятно. Да. Правда, деталей немного побольше. Да, нам нужно будет еще сюда присобачить. Как ее? Книжную полку.
Все, а мы занимаемся, мы хоть и английский делаем. Возвращайся, ученик. Вот нам задают задание на всю неделю, с 25 по 29 октября. И вот, чуть-чуть вот здесь математика. Сейчас мы делаем английский на всю неделю. Дальше это что, французский, арабский мы не делаем, сорян, и еще математику. Давай, погнали. Ребят, вернулись мы с базара, и вот наша продуктовая корзинка. Все это нам обошлось в $30. Сейчас я вам быстренько покажу, что у нас здесь. Так как уже у нас много обзоров с базара, по ценам уже не буду вам говорить. Ну, в общем, вот это вот все $30. Помидорчики, огурцы, вот такие вот маленькие, банан, киви. Картошка, арахис, морковка, лук, это болгарский перец, яблочки вот таких вот два вида, вот такие вот и вот такие, укроп, конечно же, лук зеленый, такая капуста у нас, ариана любит, груши и курочка. Все. И вот это вот вся радость. И смотрите, сколько вот это вот не радости, этого пластика. Пипец, куда это все? Если кто-то знает, как сортировать мусор и куда его здесь в Танжере вывозить, знаете, как можно там пластик, стекла, куда-то вывозить, батарейки. Вот я знаю, в Украине есть такие пункты, где принимают отдельно. Ну, то есть ты сортируешь мусор, и его отдельно принимают. Кто знает, где такое есть в Танжере? Напишите нам в комментариях, пожалуйста. Вот такая комнатка у нас получилась, ребят. Поставили здесь кровать. На втором этаже будет у нас Ариана спать, на первом няня. Сейчас Ариана туда-сюда бегает, и там спит. Стол, получится парта и полочка. Стульчик такой мы ей купили тоже. Вот так вот. Вот из такой малюсенькой комнатки можно так функционально, рационально так использовать пространство. Поставить двухэтажную кровать. Особенно актуально это, когда двое деток в одной комнате. Вот, кстати, еще уголочек для игры. Домик ее кукольный стоит. Вот это вот коробки с игрушками тоже, наверное, скоро будет утилизироваться. Все, так как она сказала, она больше игрушками играть не будет. В общем, вот так вот. Еще поменяем здесь шкаф, люстру поменяем, и все. Возможно, у вас есть какие-то еще идеи, что можно добавить в комнату детскую? Может, какие-то полочки? У кого также такая же маленькая комнатка? И как, что можно сюда еще
добавить. Мне кажется, мы шкаф сюда поставим, на эту сторону, так, чтобы не терять вот это вот пространство. Оцените наши старания. Как вам вообще комнатка получилась? И на этом мы завершаем наш влог. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал. И увидимся очень скоро в следующем видео. Пока!